Успение Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа православные в России. Это один из самых великих праздников православия и вообще христианстве. Он несет в себе огромное сакральное значение и таинство, отражающее суть христианской религии. Праздник Успения Пресвятой Богородицы значится одним из 12 главных 20-х праздников Православной Церкви. Этот день связан с кончиной Богородицы и соединением ее со своим Сыном Иисусом Христом. Церковь трактует ее уход из земной жизни как переход в лучший мир, как нечто благостное, окончание мучений и земных страстей. В этот день во всех православных храмах проходит торжественное богослужение. С праздником! Господу помолимся! С праздником Успения Пресвятой Богородицы связаны различные обычаи и приметы. К примеру, считалось, что в этот день нельзя ходить босиком, так как соберешь все болезни. По обычаю, с Успения начиналось бабье лето. Считалось, что если первая половина сентября будет сухой и теплой, то после середины месяца начнутся дожди, а заморозки после этого праздника сулят затяжную осень. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События».